Заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктор Вакульчик погиб сегодня утром на 6-м этаже подъезда своего дома. Неизвестный ударил несколько раз ножом, когда он выходил из своей квартиры. Скорую помощь вызвали, но она спасти его уже не смогла. Все произошло буквально за минуту вот на этом самом месте. Сейчас здесь отмывают стены от следов крови. По словам соседей, примерно 8:30 утра мужчина едва успел выйти за дверь квартиры, как на него напали. Вот Ольга так громко постучала такой в дверь, что-то как никогда. Нервный так, какой-то, да. Такой стук прям. Вот, и сразу мы ее увидели, и здесь и тело увидели, вот здесь в подъезде лежало, и саму Ольгу, и, ну, конечно, она вся в растерянности. Вот мы ей даже стул вынесли, чтобы, ну, хоть как-то посадить ее. Ну, он уже не признавал признаков жизни, хотя все это... Но там очень много ударов, не один удар нанесен. Спину, получается, да? Да вон что-то весь как-то исколот оказался. Но я... Ну, когда скорую помощь приехала, они начали его осматривать. С каким-то большим садизмом много... нападения. Порядка 6 ударов в грудную клетку и спина тоже порядка 4 ударов. По факту происшедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Это почти вся известная информация на данный момент. На месте работали следователи областного управления Следственного комитета России, которые собирали данные и опрашивали свидетелей. Во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данного преступления и лиц, причастных к его совершению. Следствием отрабатываются различные версии о мотивах произошедшего, в том числе версия о том, что преступление могло быть связано с его служебной деятельностью. Новость стала потрясением для многих, кто знал этого человека. Соседи отзываются погибшим только положительно. Конечно, хорошо, мы очень хорошо общались. И он всегда тихо очень выходил, потому что он знает, что мы на пенсии, он никогда не гремел. Вот, ну, да и ночью, когда вот, мы же знаем, как работает администрация, поздно иногда приходил. Всегда прям как мышка. Одним из первых соболезнования выразил глава региона Максим Егоров. Выражаю соболезнования семье Виктора Валентиновича. Мы готовы оказать всю необходимую помощь следствию. Нужно, чтобы виновный был найден и понес заслуженное наказание. Виктор Вакульчик родился в Тамбове в 1965 году. Он закончил Саратовский государственный технический университет имени Гагарина. Возглавлял ООО «Тамбовтранс», который занимается пассажирскими перевозками в городе. С 2016 года работал в администрации Тамбовской области, где в итоге занял пост заместителя начальника управления автомобильных дорог региона. На нем он и проработал до утра сегодняшнего дня. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Анна Мусатова, «Область новостей».